Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня мы рассмотрим монитор от компании BenQ GL2460BH. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор, и буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно! Диагональ экрана 24 дюйма, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9. Время отклика GTG 1 миллисекунда. Быстрое время отклика, всего 1 миллисекунда GTG, гарантирует четкое и яркое изображение без дефектов даже во время видеоигр, которые отличаются постоянной интенсивной сменой кадров. Наслаждайтесь четким и насыщенным изображением даже в динамических сценах, фильмах или видеоиграх. HDMI поддерживает частоту обновления 75 Гц. Подсветка WLED, матрица TN, глубина цвета 6 бит с технологией FRC, частота обновления 50-76 Гц. Монитор органично впишется в любой интерьер благодаря утонченному внешнему виду и фактурному материалу корпуса мониторов. Благодаря ультратонким рамкам монитор BenQ GL2580H передает впечатление практически безграничное изображение и имеет стильный внешний вид. Качественный материал корпуса монитора устойчив к царапинам. BenQ GL2580H имеет изящную и функциональную опору без лишних и отвлекающих деталей, а также оснащен системой веса для крепления на стену, позволяя использовать монитор в зависимости от своих предпочтений – для просмотра фильмов или для видеоигр. Размеры монитора – 57 см в ширину, 33 см в высоту, толщина 5 см, вес 3,1 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Технология защиты зрения iCare существенно снижает нагрузку на глаза во время работы за монитором и позволяет чувствовать себя более комфортно даже при длительном. Технология Brightness Intelligence Technology автоматически устанавливает уровень яркости монитора таким образом, чтобы изображение на экране оставалось оптимально четким и при этом комфортным для ваших глаз. С помощью встроенного датчика автоматически определяет уровень освещенности помещения и устанавливает уровень яркости монитора таким образом, чтобы изображение на экране оставалось оптимально четким, а просмотр наиболее комфортным. Технология Low Blue Light. Каждый монитор излучает синий свет, который может привести к усталости глаз. Уникальная технология позволяет решить проблему воздействия синего света на глаза. Технология Flicker Free. На обычных LCD-мониторах мерцание изображения, фликеринг, происходит 200 раз в секунду. Такое мерцание неразличимо органами зрения, но длительная работа за таким монитором может привести к усталости глаз и даже к головной боли. В мониторе BenQ GL2460BH фликеринг отсутствует на всех уровнях яркости. Работа за этим монитором обеспечит вам больший комфорт для глаз и меньшую утомляемость. Есть встроенные динамики, мощность 2 Вт, 2 по 1 Вт динамика. Независимо от того, просматриваете ли вы свой любимый фильм, работаете с презентациями или слушаете музыку, встроенные динамики позволяют насладиться контентом. Наличие HDMI разъемов делает монитор невероятно удобным в использовании. Наслаждайтесь любимыми цифровыми развлечениями, подключая любое дополнительное мультимедийное оборудование. Смотрите фильмы, слушайте музыку и воспроизводите аудиофайлы благодаря встроенным динамикам монитора. В данной модели предусмотрено несколько разъемов: один DVI-D, один DSAP, один HDMI, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, один аудиовод. Отзывы на данную модель монитора я не нашел. Возможно, вы станете или уже стали владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о мониторе. Все лучшие цены на эту модель находятся в описании под этим видео. Очень надеюсь, что обзор был вам полезен. Буду очень признателен, если поставите лайк и подпишитесь на канал. До встречи в следующих обзорах. Всем пока!